В связи со сложными метеоусловиями на дорогах Тюменский автовокзал отменил сегодня вечерние рейсы сразу в ряд городов. Так, из областного центра автобусы не поехали в Екатеринбург и Реж, Курган, а также в соседний Казахстан, в города Лисаковск и Астану. Причиной стали сильные морозы, сообщили в справочной службе автовокзала. Из-за аномальных холодов были отменены рейсы и в районные центры Юргинского, Армизонского и Аббатского районов. Расписание на завтра можно узнать, позвонив в справочную службу автовокзала.